Водный поход «Победа-2018» финишировал накануне в областном центре Брещины. На пирсе участников инициативы встречали десятки жителей и гостей города над Бугом. Стартовали путешественники в столице Полесья в начале мая. По пути швартовались возле памятных и знаковых мест, возлагали цветы и венки, проводили встречи. На преодоление пути в 170 километров ушло чуть больше недели. Маршрут был с Пинска, потому что именно Пинская Днепровская флотилия, там она себя, можно сказать, и проявила, и они на самом деле, они дошли до Берлина даже, то есть их есть заслуги. И с 1 мая мы это начали, сам этот маршрут, вот, и вот 8 вчера мы только пришли до Бреста. Водный поход объединил людей со всей страны, присоединились, к примеру, и жители столицы, и гродненцы. В составе катамараны и парусные яхты. Цель мероприятия – почтить память воинов, сражавшихся за свободу и независимость Родины на воде. Есть такая организация «Туризм, экология, инвестиции». В свое время, еще года три назад, обратился один ветеран и говорит, вот всегда воинов, которые воюют там в крепости, всех празднуете, а вот мы, кто на воде, почему-то, ну, я ему, ну, с горячки, можно сказать, пообещал, что мы тоже вам отметим. И тут мы выясняем, что, оказывается, на Днепробуге тоже есть памятник защитников Днепробугского канала, что здесь, оказывается, Днепровская флотилия воевала. И вот это так сложилось, что мы решили вот посвятить, ну, посвятить именно памяти этих людей. По словам организаторов, интерес к инициативе высок. Поучаствовать в мероприятии хотели многие. Не у всех в силу разных причин получилось присоединиться в текущем году, но они не теряют надежды на продолжение проекта в будущем.